по-настоящему. Мы любим это повторять. Знаете, есть люди, которые любят что-то новое, а есть люди, которые любят старое. А добрый человек из своего сокровища выносит и новое, и старое. Да? Вот, значит, у нас есть столовая по дороге, да? И вот я смотрю, некоторые люди, когда берут себе покушать, они не меняют в основном свой рацион питания. Если или картошка, котлета и еще что-то. И так у них изо дня в день. А другой, если видишь что-то новенькое, о, надо попробовать новенькое. Как бы надо это. И такие люди, они нужны. Потому что люди всякие важны, люди всякие нужны, да? И вот хорошо, когда в церкви Бог призывает разных людей. И таких. И смотрите, сколько у нас в городе есть церквей, это же замечательно. Правильно, что и такая церковь, и такая. Вот сколько мужчин, и таких, и женщин, и таких. Так если было бы, как коммунисты хотели, у всех одинаково, было бы весьма скучно. Бог вообще неповторимый и делает все неповторимо. Я вот вырос, еще немножко застал коммунистическое прошлое, я воспитывался в семье верующих родителей, тоже репрессированных за веру в Бога. У меня папа, мама были репрессированы за веру в Бога. Было время преследования, когда церковь была гонима в это время. И я помню, что коммунисты хотели сделать все одинаково. А мама у меня была художница, ей не нравилось все одинаково. Потому что в мире нет двух одинаковых снежинок, двух одинаковых людей, двух одинаковых характеров. Все индивидуально. И вот мы тоже сегодня собрались, и это собрание, оно тоже по себе и уникально. Представьте, знаете, как вот есть вот аквариум, и там есть рыбки. И есть там микрофлора. Вот забери оттуда некоторые растения, и микрофлора уже изменится. Добавь туда некоторые растения, они уже некоторые рыбки сдохнут. Вот цветы сидят, и цветоводы туда растят. Добавь туда некоторые растения, они завянут. Другие расцветут. И вот мы собрались сегодня все вместе, мы с собой создали уже определенный микроклимат. И уже у нас есть определенная атмосфера. Она неплохая, на мой взгляд. Она может быть еще лучше. А как она может быть лучше, если мы будем собраны не просто здесь во имя друг друга, а если мы будем собраны во имя Бога, во имя Иисуса Христа. Ибо сказано, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там Я посредине. То есть самое лучшее растение, от которого все другие растения расцветают, это Иисус Христос. Да, это лилия, вот, которая сказана в песне, в песнях, в песне песней. Мы сегодня, для того, чтобы создать такую атмосферу присутствия Христа, в Библии сказано, нужно славить Бога. Потому что Господь говорит, я живу среди хвалы, среди славословия. И Господь, я, говорит, прихожу туда, где меня славят, и где меня прославляют и почитают. И поэтому мы какое-то время проведем прославление Господа, а потом будем начинать наш семинар, вернее, продолжать наш семинар, который мы уже начали. Давайте мы все станем наши ноги. Что? Да, будет 4 псалма. Вот. Хорошо? Чтобы для тех людей, кто в первый раз... это был секрет? Мне не надо было говорить. Это был секрет. Но для тех, кто первый раз, вы будете знать, что вам надо всего простоять 4 псалма. А для тех, кто любит славить Бога, для вас говорят, почему только 4? Хорошо. Зато не будете думать, что там мне нового сказали. Иисус сказал, будьте просты, как дети. И как голуби, а мудры, как змеи. Да? Господь, мы благодарим Тебя за это время благоприятное. Боже, за день спасения, которое есть, Боже, каждый раз, каждый новый день, который Ты творишь для нас. Мы благодарны за Твою милость к нам, за Твою любовь, за привилегию, Боже, быть Твоими священниками, быть Твоими служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Боже, мы знаем, что Твой Дух животворит. Мы знаем, что Ты Бог, есть Духом животворящим, который действует в наших жизнях через нас. Благословляю Твое имя, Господь, за то, что Ты оживил нас, за то, что Ты родил нас, Боже, свыше, что мы стали Твоими детьми и можем славить Тебя в простоте, как Твои дети. Аллилуйя, Господь, воздаем хвалу своими аплодисментами.
Господь, тебя превозношу. Тебе вся власть дана во
тебя с верой. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать нас. Он любит радовать меня, он любит удивлять меня, он любит каждый день все новое творит. Он любит всех людей, он любит и тебя. Он разрешает делать все, но кроме греха. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
мою, за жизнь твою, Иисус Христос. Ты святой, за жизнь твою, Иисус Христос. Победи, слава тебе, Господь, за то, что мы вместе без жизни вечной. Благодарим тебя, Господь, ты святой Бог. Твою, Господи, милость Твою, Христе. Мы благодарны Тебе, Господи.
тебя, Господи, ніхто не мог спасти.